Добрый день, приветствую вас на канале IT Master. Сегодня будем обновлять ноутбук Lenovo IdeaPad 510-15 IKB. Будем увеличивать на нем оперативную память на 8 гигабайт и добавлять SSD-шку, чтобы ускорить работу самого компьютера. Память будет сегодня от компании Lexar на 8 гигабайт DDR4 с частотой 2666 МГц. А SSD-шка у нас будет от компании Gigabyte на 240 гигабайт формата M.2. Скорость чтения данной SSD-шки 500 мегабайт в секунду, а скорость записи 420 мегабайт в секунду. Чтобы не потерять дисковое пространство на компьютере, мы будем использовать OptiBay, в который поместим наш старый жесткий диск и который будет расширять память нашего компьютера. Все комплектующие у нас необходимо есть. Приступим к разборке ноутбука. Откручиваем крышку, под которой находится отсек для оперативной памяти. И откручиваем отсек, под которой находится наш старый жесткий диск. Пластмассовой лопаткой поддеваем отсек оперативной памяти и снимаем его. И также самое снимаем отсек под жесткий диск. Берем наш модуль памяти, который мы демонстрировали, и устанавливаем его в разъем под оперативную память. Аккуратно вставляем и защелкиваем. Теперь настало время жесткого диска. Так же самое, аккуратно достаем, снимаем со старого диска крепление и устанавливаем его на SSD диск. Сейчас мы его сначала распакуем. Снимаем крепление со старого диска, отлаживаем старый диск в сторону, он нам понадобится чуть позднее. И установив на SSD крепление, устанавливаем его на место старого жесткого диска и можем закрывать отсек под жесткий диск. И закручиваем его болтиком, чтобы он не выпал. Как видите, апгрейд данного компьютера является очень простой задачей. Стало время тестового включения. Переворачиваем ноутбук и подключаем внешнее питание. И включаем наш компьютер. Необходимо немножко подождать, потому что после обновления комплектующих компьютер должен протестировать и проверить их совместимость. Как видите, оперативная память у нас 12 гигабайт, 4 гигабайта встроены на материнской плате и SSD гигабайт на 240 гигабайт. Давайте установим вместо DVD дисковода OptiBay, в который поместим наш старый жесткий диск. Для начала нужно его открыть. И выключаем компьютер. Переворачиваем и откручиваем винтик DVD-ROM-а, чтобы достать его с компьютера. Нам необходимо извлечь крышку, которую мы впоследствии установим на наш OptiBay со старым жестким диском.
Закройте все необходимые крепления и жесткий диск, поставив крышку на OptiBay, устанавливаем его в ноутбук, закручивая винтик нашего OptiBay, чтобы он случайно не выпал. Как видите, OptiBay стал практически как родной. Теперь подключаем флешку с установочной Windows и начинаем настройку компьютера уже с новыми комплектующими. На этот компьютер будем устанавливать Windows 11. Как создать загрузочную флешку, будет в подсказках в описании. Выбираем флешку и, нажав Enter, начинаем загрузку нашего ноутбука с флешки. Нет. Как и в предыдущей версии Windows, выбираем установочный язык, формат времени и местоположение и нажимаем установить. В следующем окне нужно ввести активацию, мы пока пропускаем, делаем это чуть позднее. Принимаем условия и выбираем диск, на который будем устанавливать. Это будет наш SSD. Соглашаемся на создание разделов и нажимаем далее. Теперь ожидаем, пока все необходимые файлы скопируются на нашу SSD-шку и начнется установка Windows 11. Первый запуск Windows 11 приветствует нас. Выбираем регион, нажимаем «Да». Далее нужно выбрать раскладку клавиатуры. Можно добавить еще одну раскладку чуть позднее. И необходимо подключиться к сети. Мы это пока не будем делать. И настроим пользователя. Вводим имя. И пароль можем тоже позже. Убираем все галочки, чтобы старший брат за нами не следил. Добро пожаловать в Windows 11. Как видите, в новой версии Windows меню расположено внизу. Подключаемся к сети интернета, чтобы завершить настройку компьютера. Спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Буду рад, если вы поддержите это видео лайком, комментарием. До новых встреч! И всем без синего экрана.